Без какой бумаги вообще, в принципе, я бы не рекомендовал покупать земельный участок. И в итоге ответственность за ваш дом несет сосед, получается, да? И прежде чем строить на этих грунтах, которые там были на местности, надо было сделать сначала... Сразу скажу, таких клиентов я не беру. Все это будет посчитано. Стоимость материалов по газобетонному кирпичу, чтобы понимать, кто перед вами находится. То есть нормальная строительная компания или нет.